Невский тракт или дорога, которая называется «И так сойдет». Вместо асфальта – крупный гравий. Здесь можно помахать рукой своей подвески и вспомнить самые крепкие слова могучего русского языка. И так на протяжении 35 километров от поворота на Салтон до последнего населенного пункта Алтайского края – села Усть-Куют. В последние годы советской власти здесь ложили асфальт. После этого дорога оказалась, как говорится, и властью, и людьми забыта. Дороги – это жизнь. И чем хуже дороги, тем хуже жизнь. Михаил Луцев руководит Салтонским районом 27 лет. Говорит, дорога находится на балансе края, но, видимо, как нелюбимый ребенок в семье. Все, что делалось последние 20 лет, это где-то что-то подсыпали, подровняли, и люди уже к этому привыкли. Долго едет, скоро, да, очень. И сколько ждете? Ну, час, наверное. Я вот 20 лет здесь живу. Значит, каждый год они грейдером переворачивают эту щебенку. Сегодня по этой дороге возят лес, уголь, ездят местные. Но у Салтонского тракта есть и другой потенциал. Сейчас вот с развитием туризма, конечно, дорога, это требует особого внимания, особого отношения. Такая дорога не способствует увеличению туристического потока. Салтонский район граничит с Горным Алтаем, а именно с Турачакским районом, где находится Телецкое озеро. Правда, об этом маршруте знают немногие водители. Как правило, все туристы ездят на Телецкое через Бийск и Горно-Алтайск, собирая пробки и светофоры. Дорога через Салтонский район может сэкономить 1,5 часа в пути. Она короче почти на 70 километров, но пока требует смелости и хорошего внедорожника. Бедный Алтайский край. Как только пересекаешь границу, оказываешься в Республике Алтай, гравийка еще остается, но она уже более ласковая, что ли. Особо это ощущается после 35 километров по Салтонскому району. Недавно в соседнем Бийском районе дорожники приступили к капитальному ремонту. Постепенно они будут подходить к Салтонскому району. До этого момента на убитой дороге ничего не изменится. Перспектива такая, что мы идем не с конца участка дороги, а вот именно вот начало от города и в направлении как раз Салтонского района и с выходом дальше уже на республику. Нельзя сделать дальний участок, тем самым запустив ближний, потому что и доставка материалов, и постоянное движение грузового транспорта, оно тем самым как бы ситуацию кардинально ухудшит. Уже известно, что 1 километр дороги на этом участке будет стоить от 17 миллионов рублей. То есть за 35 километров – 500 миллиона. И это далеко не предел, возможно, даже больше. Почему? Потому что, как правило, мы начинаем сейчас вот земполотно вскрывать. Толщина, вот сейчас вот, которая есть дорожная одежда, покрытие, она то есть, ну, как бы не соответствует. Раньше же, сами понимаете, какие были машины, какой тоннаж и на сегодняшний день. Правда, пока о каких-то сроках дорожники боятся говорить, так что прорубить еще одно окно в Горный Алтай получится не раньше, чем через 2-3 года. Остается надеяться, что все мы доживем до того момента, когда из Барнаула до Телецкого озера можно будет доехать на 1,5 часа быстрее. Заодно получится разгрузить Чуйский тракт. Да и жителям Салтонского района с новой дорогой, наверное, будет как-то повеселее жить. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком.